Так, стоять. Стой. Тихонько. Давай, малыш, соображай. Соображай-ка. Что соображать-то, если обратно складывают? Втроем вам говорят, надо втроем и в разные стороны, а не в одну. Не нравится, когда они на задние лапы стоят. Ой, не выскальзывай. Вы устали? Какой-то очень активный выгул получился. И мышь сзади такая. Воды, еды. Пить, кушать, писать, как и чё. Любви и ласки, на ручки. Давай, сползай, хули. Ты же не видео пишешь? Видео пишу. Блин! Давай, иди сюда. Мышь пошла. Это был обманный маневр для крысы. Вообще, он воспользовался ситуацией. Ну насколько умный! Крыса умная же. Ты что умнее тебя? Да, кабачок. Ну, не настолько умная, чтобы вылезать все втроем сразу, чтобы я их не могла поймать. Так я вас понял. Но я все равно попробую. Пацаны, у шамана две руки. Да, нет, надо три, давайте. Че ты? Он думает. Там центр не занят, залезай. Центр. Центровой. Опа! Ты видела? Ага. О, вообще прелесть. Что? Умная, да? Умная? Большая крыса. Ага, сейчас. Смотри, как прицельно прыгают. Они уже скоро на меня прыгать начнут прям сразу. Прекрасно. Пути. Пододвинь чуть-чуть поближе тазик. Давай попробуем. Нет, близко пододвинула. Перетекает, по-моему, больше, а не прыгает. Ну? Нет, мне еще, говорит, страшно у вас там. Давай обратно. В клетку. Нет, в клетку это потом. Это домой, когда пойдут. Слушай, так похудеет еще, а? Не было. Кабачку хорошо бы похудеть, потому что, ну ты видишь, насколько это большая крыса. Это большая крыса. Толстая крыса. Ты куда? Да. Самая толстая крыса. Ты куда? Не была бы мышь сыкунья, она давно уже в клетке сидела. Вот жаль, не влезет. Как не влезет? Влезет? Нет, в проемчик. Как? Она влезет. А в тот влезет. Момент в там клетку ломится мышь. О, прыгает. Мыша, отойди оттуда, молодец. Это не твой дом. Мой хороший, давайте отодвигаем чуть-чуть. Прыгай, умница. Ой, молодец. Ты тоже молодец. Надо было погладить, потому что они сразу отпускать. Надо закреплять результат. Ну? Прыгай. Устали все. Понимаю. Я тоже устала сидеть со свернутыми ногами. И такие перетекатели. Ой. Я ему боб сделала, он ушел. Кабачок, уж ты-то мог бы и прыгнуть. Ему еще стало сложнее, ему же нельзя это лицо. Во! Умница. Молодец. Погладь. Молодец. А теперь вот тут. Наказана. Умерла. Куда?
пацаны, вы хоть иногда меняетесь? Один другой, один другой, один другой. Раз, два, раз, два. Он сразу нашел путь выхода. Ага, куда пошел? Давай сюда. Нет, надо было прыгать. Да. Мокрый нос. Куда ты? Прыгай. На меня, не на пол. Ну, он хороший разгон, давай. Он не в ту сторону просто смотрит устал. Для того, чтобы на тебя прыгать. Ты уж устал. Вот сейчас прыгай, прыгай. Прыгай. Я бы на его месте слезла обратно. Я говорит, вот вроде не дурак, понятно, что охота побегать, но говорит, как-то вот все обратно, обратно. Попробуй, Шулюстик. Давай, влезай. Давай по бортику. Голову положи, сразу залезь на голову. Чё? Нет. Ну, положи голову на край, к тебе на голову залезут. Да, в принципе, можно и руку подставить. Ща оба залезут ведь. Теплые такие, горячие прям. Ну они ж, ты чё? А, у меня ногу свернут. Массаж спины. Ну, точнее, отсидела. И углоукалывание. Вылезай со своей ногой. Подожди, 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 подожди. Тё, моя кися. Я хочу крысу. Кися, крыся. Кися, крыся хочет фотоаппарат. Ещё подожди.